первом игровом по 100% для вас продолжается прохождение игры Fear Effect. Это часть номер 9, дорогие друзья. Давайте двигаться далее. Так, ой, подожди, я еще не был готов. Немножко поцарапали, но терпимо. Так, кстати, назад сейчас пойти нельзя. Здесь только сохранение. Пройдя за красные врата, двигаемся куда-то дальше в глубины ада. Так, надо менять. Надо менять, патронов там мало. Похожий тронный зал. Там мы уже были в таком... Я не слышал, как ты вошла. Кто прислал тебя? Говори. Твой брат. У меня много братьев. Я и есть много. Он дал мне это. Да, Ива. Но у тебя только половина дерева. Для роста дерева нужны свет и темнота. Листьям нужен свет. Корням черная холодная земля. Ты не сможешь остановить судьбу. Вот это он завернул. Ну ладно. Мы получили от него предмет. И это, в общем-то, все, что есть в этом направлении. Теперь у нас есть каменная ива, и мы можем возвращаться к двери, на которой были подсказки, как будто на каком-то ребусе. Давайте винтовку или ружье, потому что там тоже мало патронов, уже УЗИ. Как красиво смотрится вот эта комната детская отсюда сбоку. Вообще вот фон такой какой-то, замок Некрополя напоминает, да? Кто там? Здорово. Еще есть желающие? Ну, закончившиеся в самый неблагоприятный момент патроны, это дело уже привычная для Fear Effect. Так, надо идти распечатывать это все добро. О, вот и местечко, где это можно сделать. Давайте. Так. Крюк есть, а Волкову еще не нашла. Где же Алла Волкова? Или Катя Волкова? О, Катя, по-моему. Дверь там, значит, нам нужно двигаться в этом направлении. На УЗИ нормально взяли патронов, но пока пистолеты. Колодца. Борис Крюк. Вытаскивай Екатерину Волкову. Он такой огромный, этот глаз.
который нашел глаз. Один глаз достало, второй сам вылез. Да. На-а. Но почему-то он не показался Ане на глаза. Глаз не показался Ане на глаза. Что-то у нас какая-то глазная часть получилась вообще. Ага, он обиделся на нас, да? Видимо, да. Внезапно мы видим похоронную процессию в аду. Мы уже видели это в первой заставке. Виминг! Виминг, я тут, я здесь! Виминг, обернись! Нет! Глаз? Глаз? Ты жив? Почему? Зачем ты это сделал? Глянь на меня, Хана. Видишь, что со мной случилось? А что с Деком, а? А все из-за нее. Извини, Хана. Надо покончить с этим. Я могу это сделать. Хана! Хана, мне нужна твоя помощь, чтобы вернуться в ад. Говори. Ты достала меня, Хана. Я тебе говорю, готовься к последствиям. После всего увиденного, если бы мы не помогли ей, Бог знает, чем бы это закончилось. Может быть, она не даст свершиться пророчеству. Нет, Хана, я тебя не брошу. Хана! Хана! Я иду за ней, Глаз. Пристрели меня, если... Хана улизнула, но Глаза тоже можно понять. Просто чуть не умерев с одной рукой в аду, любой бы психанул. Я такую толпу с пистолета на одной руке отстрелять должен? Вы в своем уме? Вот, с них не падают патрончики, прекрасно. Ага, так задумано. Ну как, мистер Глаз? Так, нам восполнили здоровье. Спасибо. Есть что распаковывать еще? Вроде нет. Каменный глаз у нас. И мы идем к двери с ребусом. Ой, здорово, 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 черти. Как вы надоели. Ну-ка, дайте я попробую вот так. Таки подрезал. Я не знаю, будут ли здесь еще... Но мне надо пойти распечатать, а то вдруг мы больше не вернемся. Странный был. Пойдем распечатаем. Использовать, ну, нужно, чтобы такой шлейф отходил от фонаря, тогда можно, я так понял. Вот как здесь. Ну, вот здесь костер, но вы поняли.
дымок. Не, это мало. Это мало. Так что пока УЗИ. На УЗИ нормально патронов. Кстати, вот тут как будто пещера. Ты не можешь войти туда, нет? Так. Глаз. Колодец. Так. Свиток. Вот это. Ветвь. Так. Сюда. Нет. А, вот тут мы же ее тут получили за дверью, где три огня было. Ага. Вот это поворот. Вставьте диск 2. И мне уже нравится. Вообще, это очень интересное, необычное решение. Его не все оценят, но все, наверное, точно запомнили бы, если бы выпустить игру на 4 дисках и вот так вот начинаешь. Вставил первый диск, нажимаешь новую игру, вставьте диск 2. Потом играешь, до какого-то места доходишь, вставьте диск 4. Потом диск 1. Потом диск 3. Потом опять диск 4. Потом диск 2. И заканчиваем на диске 3. Жалко, что сейчас уже игры на дисках так особо не пользуются спросом. А то можно было бы задаться целью и выпустить такую игру. Но в любом случае, друзья... Это на правах шутки, а на правах серьезного, то, что в следующей части нас ждет финал игры эффекты, и вы увидите концовки и лучшую концовку, так как мы проходим на сложности сложно, не пропустите. Эта часть получилась не длинной, но вот перед финальной такая. Диск 2 вставляем, финал в следующей части вместе с вами играем.